профессор с большой буквы. В гинекологическом отделении медико-диагностического комплекса «Институт здоровья» открыли мемориальную доску выдающемуся акушеру-гинекологу, доктору медицинских наук Юрию Ландыховскому. Торжественное мероприятие приурочено к 90-летию со дня его рождения. Нет ничего ценнее жизни на земле. Коллеги Юрия Дмитриевича Ландыховского часто вспоминают слова профессора. Именно поэтому он посвятил себя помощи женщинам, которые дарят ту самую бесценную жизнь. Являясь одним из ведущих специалистов по диагностике и лечению миомы матки, он оставил неизгладимый след в науке. Своими знаниями профессор Ландыховский поделился с последующими поколениями врачей. Первая моя операция была сделана вместе с ним. И это очень важно, наверное, когда сразу на твоем пути встречаются неординарные люди с огромным интеллектом, с невероятной добротой, с потрясающей любовью к женщине, почитанием ее. Мемориальная доска в честь 90-летия со дня рождения Юрия Ландыховского появилась в гинекологическом отделении медико-диагностического комплекса «Институт здоровья», которое, кстати, с гордостью носит имя выдающегося доктора. На памятной табличке изображен сам профессор, а мелкие детали на ней имеют глубокий смысл. Инструмент олицетворяет его изобретательность. Ключ – это символ пути к сердцу женщины. И, конечно, золотые руки, которые были у блистательного хирурга. Наталья Григорьева, Луиза Егиазарян, Яна Яковлева и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.